Давайте посмотрим про мошенников. Что им уготовила судьба? Почему они на это идут? То есть это про звонки, да, которые обзванивают, говорят, что из полиции на вас хотят завести дело. Продиктуйте паспортные данные, либо там с банка вам беспокоят, номер карты продиктуйте, да? Это все мошенники, естественно. Поэтому не вздумайте ни как им отвечать, ни тем более ничего диктовать. А скажите, я сам. А и знаете, как я говорю? А чей Крым? Знаете, они ничего мне отвечают? Они мне ничего не отвечают. Они продолжают дальше говорить. Я говорю, стоп, я говорю, чей Крым? Они бросают трубку. Поэтому вам советую. Хотя бы просто скажите, чей Крым? И вы поймете, что это мошенники. Так, давайте смотреть, чей Крым? Сила забрала. Россия вот забрала насильно. Чей Крым? Кто силой забрал, то тут и Крым говорит. Так, ладно. Что будет мошенникам, которые вот так нагло обманывают людей? Удар. Короче, во-первых, они не получат, мне кажется, зарплату. Сейчас, подождите-ка. Там не. Видите, да, говорит, нет, не получат они зарплату, но они получат себе. Вот видите, удар по позвоночнику, то есть удар со спины, то есть удар, откуда они не будут ждать. То есть я вот почему-то увидел, что им зарплату не платят. Ну, карта подтвердила, и они полностью находятся под дьяволом. Видите, как цепи. Вообще металлические карты, вы видите, идет. Это чей Крым? Вот металлические такие, металл идет. То есть они как в рабстве, эти люди. То есть карты хотят сказать, что они делают не по своей воле, а над какой-то хозяин у них есть и управляет. Вот, заманивают, заманивают, заходи, заходи, заманивают большим рублем, скажем так. Зазывают обзванивать людей. Вот видите, вот дудочка, и вот люди. Типа обзваниваете людей, и это все во благо. Да, но не представляйтесь, будьте анонимом. То есть на вопрос, чей Крым, они не ответят никогда, потому что они анонимы. Им этого ответ нельзя такой давать. Тем более говорить вот правильно, как действительно чей Крым. Вот, я уже тут карту взяла. Поэтому высшие силы. Почему вы позволяете тогда этому дьяволу путать этих людей и мошенников, в том числе, которые... Потому что это молодые люди, и они пытаются быстро заработать. То есть те, кто обзванивает, они молодые люди, хотят очень быстро заработать. Между ними заключается контракт, может, между дьяволами. В принципе, вот такой вот ответ карт. Так, тот досмотрел, тот молодец. Пожелайте карты тому, кто досмотрел до конца и поставил лайк, и написал в комментариях. Обзванивали, звонили им. Они говорят, уходите в отшельничество, то есть не разговаривайте с незнакомыми людьми по телефону. Говорите, вам некогда, я занят, чей Крым? Вот так отвечайте. Но ни в коем случае ничего нельзя им говорить. Вот карта отшельник говорит, уходите. Вот будут вам названия, да, как номер, телефон, помните, такие были крутилки. Не вздумайте им что-то диктовать, буквы. На этом все. Благодарю за комментарии. Пойду читать. Мне, кстати, звонят, ну, достаточно часто.